По мере истощения запасов вооружения, Россия вынуждена использовать боеприпасы, произведенные более 40 лет назад, надежность которых крайне низка, утверждает высокопоставленный источник в Пентагоне информационного агентства Reuters. По словам собеседника Reuters, Россия начала поставлять в войска боеприпасы из старых арсеналов. Многие из этих боеприпасов были произведены несколько десятилетий назад, и их использование сопряжено с риском. Об этом и других военных темах мы сейчас поговорим с Александром Коваленко, военно-политическим обозревателем группы «Информационное сопротивление». Александр, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Итак, Александр, вот по каким признакам еще, кроме вот сообщения агентства Reuters, можно сделать вывод, что войска Российской Федерации действительно используют, вот старые уже начали использовать старые боеприпасы, и в чем сопряженность с риском, вот опасность использования именно вот этих старых боеприпасов? Их абсолютно непредсказуемое поведение. Если мы говорим, например, о ракетном вооружении, в частности, непосредственно о ракетах Х-22, то в первую очередь это ракеты, которые не выпускаются с 70-х годов полноценно. Многие из них находились на хранении, по сути, в неудовлетворительном состоянии, в неудовлетворительных условиях. И примерно где-то 10-20% от общего количества непригодны к использованию. Сама по себе ракета очень проблематичная. Очень проблематичный двигатель, силовая установка и так далее. И, по сути, таким образом она рискована сама по себе технически для использования, поскольку самолет, под который она на пилон устанавливается, он себе, ставит себя под риск ее применения. И это касается тем более тех ракет, которые по своей пригодности выработали свой ресурс, и не просто выработали свой ресурс, но непригодны даже к использованию, потому что требуют глубоких ремонтных работ. Но на сегодняшний день проведение полноценного обслуживания ремонтных работ технически и технологически в России тоже не налажен этот процесс. Следовательно, ремонтные работы, они также влекут за собой высокий риск применения такого типа ракет. И это касается абсолютно каждой позиции, не только ракетного вооружения, но и, например, даже снарядов для ствольной артиллерии, поскольку, опять-таки, примерно до 20% снарядов для ствольной артиллерии, которые находятся на складах и центрах хранения в России, они непригодны к использованию, опять-таки, из-за чего? Из-за того, что не просто сроки хранения уже вышли, они находились просто в ужасных условиях, и риск того, что этот боеприпас может взорваться в стволе, очень высок. Но разве нас это должно заботить? Это уже проблема оккупантов. А зачем тогда было вот хранить их все эти десятилетия, когда они по понятным причинам приходят, по сути, в негодность? То есть или это из-за условий хранения так, или, может быть, это просто, ну, фактически их не успели утилизировать, и вот сейчас вот утилизируют таким образом? Ну, на самом деле, это несколько более интересная история. Это коррупционная схема, и не только коррупционная схема. Дело в том, что когда ты хранишь такое большое количество снарядов, ты должен их утилизировать. Определенный тип снарядов, ну, например, боеприпас калибра 152 мм, у тебя на хранении находится 100 тысяч этих снарядов на твоем складе или центре хранения. Следовательно, эти 100 тысяч выходят срок их хранения, либо они непригодны к дальнейшему хранению, их надо утилизировать. Вместо них нужно произвести энное количество новых боеприпасов. Это определенная стоимость каждого боеприпаса, зафиксированная в расходе на следующий год в бюджете на перевооружение или переоснащение войск. И таким образом новые боеприпасы выпускаются в количестве, ну, например, в год необходимо данный склад обеспечить 50 тысячами боеприпасов, чтобы 50 тысяч боеприпасов утилизировать впоследствии. А этот центр хранения либо склад обеспечивается на 5 тысяч боеприпасов. А фиксируется то, что якобы все учтено на 50 тысяч, все остальные утилизированы. То есть вот такая вот коррупционная схема. Есть и другие. И таким образом мы пришли к тому, что коррупция, по сути, имела достаточно серьезное влияние на российскую армию по ее дальнейшим возможностям развития, ну и тому истощению, которое она сейчас испытывает. Что касается новых боеприпасов, насколько Россия быстро может ракеты эти производить, и как быстро она может их пополнять, те потребности, которые она тратит, насколько это все эффективно и быстро происходит?
Если мы говорим о ракетном вооружении, то с этим у нее серьезные проблемы. Производственные мощности неполноценны, технические, технологические линии не отлажены. Скажу даже больше, после распада Советского Союза в России в первую очередь занимались не тем, чтобы как-то восстановить производство, да, а наоборот, ускорить его деградацию. И сейчас они тоже из этого извлекают, вот, соответствующие, имеют вот соответствующие последствия. Если мы говорим о крылатых ракетах «Калибр», например, у них есть возможность в месяц производить 12-15 таких ракет. То есть где-то, опять-таки, 2-3, максимум 4 ракеты в неделю при наличии всех комплектующих, поскольку значительная часть комплектующих иностранного производства поступает сейчас исключительно контрабандой в Россию. Есть комплектующие, производят аналогично ракеты Х-101, Х-59. Если мы говорим о снарядах, то производство снарядов для ствольной реактивной артиллерии в год составляет по возможностям России, в зависимости от того, какие калибры превалируют, от 1 миллиона до 1,5 миллиона выстрелов. То есть, грубо говоря, Россия исключительно, если будет полагаться на свое производство снарядов, а не на склады и центры хранения, которые у них там остались еще с каких-то времен, с советских времен, с начала 90-х, с начала 2000-х, то по сути, они могут обеспечить в сутки 3-4 тысячи выстрелов для своих подразделений. Хочу отметить очень важный момент, то что в феврале-марте или даже до середины апреля они могли себе позволить в сутки до 70 тысяч выстрелов. Сейчас средний показатель их отстрела по линии фронта – это приблизительно 20 тысяч выстрелов в сутки. То есть самостоятельно мы понимаем, какой она может огневой потенциал обеспечить себя своим подразделением. То есть такие вот лимиты, по сути, на количество выстрелов, они уже потихоньку намекают на такой своеобразный снарядный голод, получается? Или это все-таки еще просто такая упреждающая процедура, чтобы вот этого не случилось? Нет, они попросту не смогут себе полноценно компенсировать растрату боекомплекта, который они уже растратили, и они не смогут производить больше. У них нет технических, опять-таки, технологических линий по производству большего количества. То есть они не могут обеспечить себе производство 5-6 миллионов выстрелов в год, как вариант для ствольной артиллерии. Если мы говорим о самом голоде, то он уже наступил, поскольку что такое 70 тысяч выстрелов в сутки? 70 тысяч выстрелов в сутки – это, по сути, обеспечение по широкой линии фронта, по широкому фронту тактики огневого вала. А сейчас тактику огневого вала они могут только по узкому фронту обеспечивать, например, в направлении Бахмута. А вот там еще присутствует, ну, я бы даже сказал, жалкая пародия на огневой вал, потому что он не осуществляется 24/7, 7/7. Он осуществляется при большом количестве артиллерии волнообразно, когда есть боекомплект. А боекомплекта чаще нет, чем он есть. И вот снарядный голод, он уже себя проявляет, ну, скажем так, практически по каждому плацдарму. Левобережная Херсонщина, снарядный голод у оккупантов. Запорожская область, аналогичная ситуация. Луганщина, тоже проблемы с артиллерией. Единственное, что только Донецкий плацдарм еще как-то имитирует огневой вал и имитирует широкое применение артиллерии. Вот как раз в Донецком направлении, это самая горячая точка фронта. Вот какая там ситуация в Бахмуте, Авдеевке, Сватовом? Что там сейчас происходит и какие перспективы? Ну, Сватово-Луганщина, там, скажем так, ситуация более благоприятная для реализации контрнаступления. Условия фактически сформированы, максимально комфортные для этого. В дальнейшем все зависит, ну, например, от погодных условий, от того же самого мороза. А также зависит от некоторых возможностей по решению логистических возможностей противника. То есть, ну, например, полный огневой контроль трассы с Троицкого на Сватово, либо освобождение, перерезание вообще этой трассы, это освобождение Нижней Дубанки и так далее. Что же относительно локации Бахмута, то здесь стабильно все будет тяжело, еще достаточно долго. Поскольку Бахмут, он отыгрывает роль на сегодняшний день, это следует понимать, крепости, стягивающие на себя
основной ресурс российских оккупационных подразделений, поскольку ресурс там сконцентрирован достаточно масштабный. И вот, вспоминая артиллерию, о чем же и речь, там сейчас сконцентрировано пропорционально наиболее соответствующее количество пехотных сил, количество артиллерии. То есть наступать россияне могут только при поддержке артиллерии. И там концентрация, ну, иногда кажется, что весь центральный военный округ, артиллерия со всего ЦГО собралась именно в этой локации. Но проблематика, опять-таки, в боекомплекте. Даже там у них нехватка боекомплекта возникает. И они не могут 24 часа в сутки обеспечивать круглосуточно огневой вал. И если говорить уже о Авдеевке, то в данном случае там в поле стабилизируется сейчас фронт. И мы можем говорить о том, что именно все силы концентрируют противник именно в направлении Бахмута. И это, опять-таки, он отыгрывает свою роль целиком и полностью, поскольку таким образом они оголяют, я бы даже сказал, в какой-то степени истощают возможности других локаций плацдарма. Потому что сам Левобережье, Запорожской области и Луганщины. Александр, белорусский Гаюн сообщает, что сегодня в Беларуси приземлился российский А-50. Это самолет дальнего радиолокационного обнаружения. Вот несколько месяцев назад он уже базировался в Беларуси, улетел оттуда, вот опять сейчас вернулся. О чем может свидетельствовать вот его появление там? Это может свидетельствовать о том, что в ближайшее время через воздушное пространство Беларуси, а возможно не через воздушное пространство Беларуси, а именно северного и северо-восточного направления, может быть осуществлен ракетный удар. Вполне вероятно, что это может произойти. Тем более, что мы должны понимать, после последнего массированного ракетного удара практически уже истекает вот этот среднестатистический двухнедельный срок постепенно, когда они могут накопить соответствующий боекомплект для прорыва противовоздушной обороны. Соответствующий боекомплект – это минимум 50 ракет. Желательно, конечно же, больше. Как мы видим, они используют 60, 70, 80. То есть, чем больше боекомплект прорыва, тем более-менее они стараются и тем самым повысить эффективность применения такого большого количества ракет. То есть, эффективность у них, как мы видим, она где-то в среднем 10%. То есть, 10% ракет до 10% они прорывают оборону и достигают каких-либо объектов. Хотя из-за определенных, скажем так, моментов с точностью, они могут прорвать противовоздушную оборону, но тем не менее в объект не попасть, а приземлиться где-то в поле, либо за 200-300 метров от него. Поэтому сейчас мы приближаемся к этому рубежу 19-20 декабря. Будет ли оно именно тем моментом, отправной точкой, когда будет нанесен следующий массированный удар? Вопрос. Они могут с учетом определенного рода приближающихся праздников, как-то настоящие маньяки, что, конечно, свойственно российскому командованию, они могут подготовить именно ракетный удар на празднование, например, Рождества либо Нового года. Генштаб Вооруженных сил Украины вот сообщает, что российское военное командование начало мобилизовывать мужчин в оккупированной Горловке Донецкой области, ранее получивших отсрочку от призыва. Как по-вашему, зачем Россия это делает и кого еще могут призывать на свою эту войну? А ресурсов-то ведь не хватает. Вот в чем дело. Им абсолютно сейчас все равно уже кого призывать. Зэков, получивших отсрочку, тех, кто вообще не должен быть мобилизирован. А у них проблематика с ресурсом. Тактика сейчас предельно проста. Они набирают большое количество личного состава, который ничем не могут обеспечить. Они используют методику живого мяса и постоянных волнообразных атак для того, чтобы добиться хоть какого-то результата. Но таким образом они лишь ускоряют расходование ресурса, но абсолютно не достигают никакого результата. Мы же видим, как в ноябре резко подскочила, скажем так, смертность в российских оккупационных войсках. А чем это вызвано? Это вызвано в первую очередь тем, что большое количество неподготовленных, не знающих действовать в условиях полномасштабной войны, военнослужащих, например, в российской армии. И эти рекорды именно этим и вызваны.
Соответственно, мы должны еще учитывать большое количество раненых, а также смертность среди раненых уже в лечебных заведениях Российской Федерации, временно оккупированных территориях. Кроме того, еще мы должны учитывать и пленные, и так далее, и так далее. Множество других позиций прибывают они сейчас. Мы тоже знаем, в каких условиях. Это не казарменное пребывание, это вообще, по сути, бараки. То есть это острые респираторные заболевания, это прочие какие-то моменты, которые вышибают вот эту частично мобилизированную массу из строя. И, по сути, вот такая вот дилемма с ресурсом, она будет еще долгое время до тех пор, ну, пока Россия окончательно не признает свои капитуляции. Александр, вот российские войска также активно обустраивают оборонительные сооружения и в Крыму, ну, причем не только там в сторону перешейка, откуда они там ожидают, очевидно, вооруженные силы Украины, но и даже на берегу, на пляжах. Вот мы видели фотографии этих окопов зигзагообразных в поселке Черноморское, если не ошибаюсь. Вот именно там, как вы считаете, какая цель? Неужели ожидают высадку вооруженных сил Украины с моря? То есть такой себе своеобразный ДНД, да? Или это просто попытка такого вот, ну, демонстрации, наверное, успокоить крымчан, что, мол, вот мы тут со всех сторон готовы, обороняемся, то есть все будет нормально. Ну, я бы сказал, что это подготовка к туристическому сезону, но на самом деле нет. Это все-таки эффект плацебо. Это в первую очередь эффект плацебо для патриотической вот этой части потребителей информационного фастфуда в России, которых нужно хоть как-то успокаивать. А поскольку вооруженные силы Украины никакого десантирования такого типа производить не будут, сценарий по освобождению временно оккупированного полуострова Крым, он будет не похожий ни на один другой сценарий, который мы видели до этого и увидим. То есть он не будет похож на освобождение Харьковщины, Северного плацдарма, правобережной Херсонщины, левобережной Херсонщины, Луганщины, Запорожской области, Донецкой. Это будет отдельный сценарий, который чем-то будет похож на то, что происходило на острове Змеиный. Только остров Змеиный, можно сказать, сразу можем помножить в десятки раз по площади. Вот будет такой же самый эффект выкуривания, по сути, выкуривания российских оккупационных войск с полуострова Крым и полная его блокада самого полуострова. В принципе, к этому они готовятся в том плане, что пытаются всех успокоить исключительно только то, что, ну вот, у нас есть линия обороны, как вот дедушка Сталин завещал. Вот по именно такому принципу. А ведь они абсолютно неэффективны. И мы это неоднократно уже видели, что вот эти линии обороны, которые они создают, эффективность там крайне низкая. А потому и, соответственно, расчет исключительно на, как опять-таки, эффект плацебо. Спасибо вам. Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление», был с нами. Мы обсуждали ситуацию на фронте и почему Россия вынуждена использовать уже старые боеприпасы, находящиеся на хранении у нее еще с советских времен, которым многие десятки лет. Спасибо вам.